Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас вот такой вот большой заказ Avon по 15 каталогу. Итак, давайте начинать. Давайте распаковывать вместе с вами. Девчонки, заказ шел опять как из Китая, целую неделю. Я заказ отправила в понедельник. Я знаю, что их не обрабатывают все равно раньше среды, но это очень долго. Это очень долго, и можно было бы уже как-то отладить все это дело. Так, счет фактуры. Здесь у меня есть приз-сюрприз. Все-таки решила его заказать. Есть новиночки. Так, давайте по порядку. Ну, давайте начинать с самого интересного. Да? Заказала приз-сюрприз, посмотрела. Вроде интересные такие призы тут девчонкам. У меня белый пакетик, они как-то классифицируются по пакетикам. Девчонки, я уже вижу, что у меня приз-сюрприз «Дребедень», хотя у меня склад «Москва». А склад Москва и код, девчонки, пакета сюрприза, чтобы вы знали, вроде вот по этим кодам идут одинаковые пакеты сюрприза. Сейчас тут все заклеили, я вам скажу. 134-30-30. В общем, это самый плохой пакет сюрприз. А красный пакет сюрприз приходит классный. Там туалетная вода Far Away. А у меня Дребедень, девчонки, я уже вижу, я уже знаю. У меня вот такое вот двухфазное средство для снятия макияжа с глаз, да, с маслами. Ну, в принципе, пригодится, всегда пригодится. Ладно, бог с ним. Так, дальше. Иньюм. Я не знаю, что это такое, потому что Иньюм мне не очень подходит. Это лосьон-корректор для заполнения морщин. Слушайте, ну попробую. На самом деле попробую. Именно этот продукт я еще не пробовала, а вот крема Иньюм мне совсем не подходит. Лосьон-корректор. Вот так он выглядит. Девчонки пишут в группах, что один вот этот лосьон, он как бы окупает весь заказ. Смотрите, как интересно выглядит, как шприц. Так, а здесь что? А, тут нам надо щелкать. Слышите? Треск. Ну и дальше что? А, вот пошло белое средство. Вижу, ползет вверх. Вот оно выползло. А, наконечник силиконовый, то есть он не пластиковый, гнется. Достаточно плотная консистенция. Буду пробовать, посмотрю, как работает на лице, потом в сюжетах или в Инстаграм вам обязательно отзыв выложу. Третий продукт – это отшелушивающий скраб для ног, мята и алоэ. Вроде говорят, что средство неплохое, в принципе, тоже пригодится. Можно, если что, посмотреть, конечно, как он выглядит на тело, на все использовать. Прям полупрозрачная консистенция, такая гелевая. И это больше не скраб, а гамаш. Очень много мелких частичек. Пахнет приятно, действительно, мятой. Очень много, камера их вам не передаст, даже если близко буду снимать, девчонки. Много мелких, скрабирующих, угловатых частичек. Ну, такой прям скраб хороший, какие я люблю прям. Так, дальше, девочки, помада Color Trend. Сейчас обязательно с вами распечатаем. Пришла в оттенке Stop It Pink, розовая какая-то. Но вроде так сквозь упаковочку проглядывается, вроде более-менее носибельный цвет. Ой, нет, сейчас стало ярче, девчонки. Она термоядерная, я такие не ношу. Не знаю, может, кому-нибудь задарю. Сейчас засводчим с вами. Розово-сиреневый. Не знаю, такой барбишный цвет. Я такие не ношу, я такие не люблю. Мне не нравится. Это матовая помада, по-моему. Ну, по крайней мере, финиш у нее матовый. Я могу сейчас нанести, девчонки, но ради прикола уже. Чего уж там. Блин, она как пластилин еще. Тянется прям. Да, то, что не в ходу, то Avon и пихает в заказы. Ну что, посидим с вами в таком оттенке. Мне не нравится совсем этот цвет. Куда-нибудь его дену. Или дочери отдам играться. Хотела сказать, чтобы другой пакет сюрприз пришел, но что делать. Ну и, конечно же, лак, девчонки, лак, причем я не пойму, что это за линейка, не новая ли. Silver Obsession называется оттенок, по-моему. О, это блески, девчонки, это блески и блески. Ну ладно, на Новый год пригодится, смотрите, они такие крупные. Они мелкие золотые и большие круглые серебряные. Вот такой вот лак, ну достаточно симпатичный. На Новый год можно что-нибудь с таким лаком и придумать. Видите? Ну так, прикольненько. Чисто для новогоднего, такого для праздничного, для зимнего макияжа. Ну вот и все. Вот такой, девчонки, пакет сюрприз. Поехали дальше. Я не могу эту помаду, конечно. Это прям вот
Я приехала из села в большой город покорять мир. Так, дальше, что первое попалось под руку, это пена для ванны «Сладкие сны». Это не мой заказ, девочка попросила. Я «Сладкие сны», кстати, ни разу не заказывала. Пахнет каким-то мужским парфюмом. Таким мужским освежающим парфюмом. Не знаю, почему «Сладкие сны» так пахнут. Но приятный аромат на самом деле. Так, дальше. А вот такая огромная бадья шампунь. Это тоже она попросила, потому что мне шампунь Эйвен тоже не подходит. От них чешется голова. Гладкость и блеск. Два в одном. Шампунь плюс кондиционер, кокос и цветок тиаре. 700 мл. Банка большая. Давайте, что ли, аромат с вами затестим. Ой, кокосиком пахнет, правда, цветочками какими-то. Запах приятный. Кому подходит шампунь, конечно, красота. Но я, к сожалению, не отношусь к их числу. Заказала вот такую пенку Nutrifect, как и я. Она ее тоже очень любит и оценила. У нее комбинированная кожа, тоже обожают. У меня в запасах такая стоит, еще одна целиковая. Поэтому я прошла мимо. Пенка классная, девчонки, у кого жирная комбинированная кожа, прям очень рекомендую. За одно нажатие выдает много-много продуктов. Вообще, вот... Любимчик, любимчик в компании Avon – это пенка. Она же заказала без запаха вот такой вот дейзик 48 часов. Не будем на этом долго останавливаться, да? Так. Что у меня здесь еще? Еще у меня здесь, девчонки, водичка из Пира. Она, кстати, пришла в Слюде. Я ее заказывала по аутлету, по-моему. Она у нас сейчас по хорошей цене. У меня есть такая вода, мне очень нравится. Здесь такой классный запах абрикосика. Она в Слюде, но без наклейки почему-то. Это у меня заказала соседка. Она ее у меня понюхала, ей очень понравилось. Попросила тоже такую. Ну, довольно привлекательная на нее в аутлете цена. Поэтому да. Для меня это запах такой ранней осени, когда деревья только начинают желтеть, золотистые клены такие стоят. И вот этот запах абрикосика такой достаточно терпкий, вкусный. Водичка бюджетная, но достойная. Достойная водичка, если рассматривать Avon. Так, дальше что, мои хорошие? Так, дальше у меня роскошное обновление с экстрактом черной икры из планеты спа-масочка. Я решила пополнить свои запасы. Она является одной из любимейших мною масок Avon. Вот так она выглядит. Это маска-пленка, и она такая золотистая. И она мне гораздо больше нравится, чем маска-пленка из серии Inyu. Золотая. По мне она вообще ничего не делает. А вот эта маска, она, да, после нее кожа гладкая. Есть какой-то даже эффект пилинга. Она ровная, она очень гладкая, тон выровнен. Немножечко отшлифованная, так вот, как будто, да, отшлифованная. Когда вы маску снимаете, есть небольшой дискомфорт. То есть она относится такой вот к выше средней артиллерии, скажем. И она действительно работает. По сравнению с другими масками, пленками Avon, она действительно работает. Так, дальше. Девочка у меня та же заказала сыворотку для придания блеска волосам. Ей очень нравятся сыворотки. Мне тоже нравятся, но у меня целых две в запасе. Это черная у нас, по-моему. А, нет, золотистая. Превосходное сияние. Из линейки «Превосходное сияние». Это классные масла для волос, которые действительно работают. Если у вас волосы сухие, можно носить на все волосы. Если у корней жирные, то от середины наносим на кончики, да, и радуемся жизни, и радуемся новой жизни своих волос. Хорошие, хорошие делают качественные сыворотки Avon. За это тоже им как бы спасибо. Погнали дальше. Девочка эта же заказала у меня маску «Превосходное очищение с минералами мертвого моря». Ей понравилось. Она берет уже второй раз. У меня тоже такая была. Это глиняная маска, которая засыхает на вашем лице в корку, но она неплохо тоже работает. Но по мне вот с черной икрой все равно ни одна маска Avon не сравнится. Дальше, девчоночки мои, новинки, новиночки. Я взяла все-таки взяла небюджетные новинки. Siberian, да, наверное, вот так называется у нас эта серия. В общем, что я взяла? Я взяла тоник для лица, сибирский женьшень и ледниковая вода. Вот как он выглядит. Мы с вами обязательно в последующих влогах, в следующем видео будем тестировать это все. И взяла средство для умывания и скраб для лица французский виноград. Такие вот баночки дешевые, а цена на них совсем не бюджетная. Я хотела пройти мимо, если честно, но мне девчонки многие в Инстаграм потом писали: протестируйте, пожалуйста, новую линейку. Ну, протестируем, девчонки, протестируем. Не в этом видео, конечно, в следующем обязательно. Скраб пришел зафольгирован. И здесь такая прозрачная упаковка, да, сверху наклеена этикетка, она именно наклеена. И видно, да, какой он красивый. На самом деле очень красивый, правда. Так, сейчас мы с вами закроем, как положено, выдавим, посмотрим хотя бы, что он из себя представляет и как пахнет. Смотрите, какой такого цвета виноградного. И здесь есть действительно косточки из винограда, я так понимаю. Видите, черненькие, да? Ну, не из винограда, нет.
В винограде вообще такие. Это, наверное, не косточки. Нет, это частички, они мягкие. И параллельно есть частички мелкие, скрабирующие. Они такие белесые немножко, девчонки. Я вам сейчас покажу поближе. Они... Смотрите. Вот частички такие, да? И еще скрабирующие, если вам видно, частички. Их много-много-много прям. В целом я такие продукты люблю. По аромату. Аромат химозный, какой-то парфюмерии, запах винограда я здесь не чувствую. Такой вот химозненький. Оно немножечко пенится на руке, когда вы начинаете вот так массировать. И по тактильным ощущениям похоже на скраб мицеллярный из линейки Nutrifect. По тактильным. А так немножко, конечно, другая консистенция. Вот на руке, видите, уже белая пена образовывается, она так вспенивается, вспенивается. И рука какая-то гладенькая. И здесь есть какой-то питательный элемент в составе однозначно. Так, как у нас пахнет с вами тоник? Давайте попробуем хотя бы. Он, кстати, тоже запечатанный. Смотрите, крышечка, оп, заслюдирована. Сервис. Он какими-то травами пахнет. С оттенком горечи и полыни. Женьшень написано. Я не знаю, как пахнет женьшень, девчонки. Может, и похоже. Напишите, кто уже тоники вот эти тестировал. Обонятельно. По мне есть отголосок какой-то полыни, каких-то трав. Не очень приятных, на самом деле. Ну, ладно. Сейчас мы с вами скраб вытрем и продолжим. Это еще не все. Протестируем новинки, девчонки. Обязательно протестируем. А так, еще девочка мне заказала блеск для губ металлик в оттеночке Blush. Красивый, кстати, оттенок. Такой нейтральный, классный вообще. Вскрывать мы с вами не будем, он запечатанный. А так вот, судя по тому, что видно через стекло, очень красивый оттенок. Так, и что у нас здесь осталось с вами? У нас осталось подарочный набор Wild Country. Он, кстати, девчонки, приходит в коробке. Это на самом деле здорово. Где я его брала? В Фокусе, по-моему, в каталоге его не было. Вот такой подарочный набор. У меня заказала знакомая туалетную воду своему сыну. И мы с ней решили, почему бы нам не взять наборчик. Мой муж уже второй флакон такой пользует. Wild Country очень нравится. Я, кстати, потестировала со страниц новинку голубой. Мне не очень понравился. Как-то дешманский, что ли, воняет. Вот эта вот отдушка свежая, дешманская. А вот этот парфюм коричневый, да, Wild Country, очень достойный, девчонки. Один из немногих ароматов, который нравится моему мужу Вейвен. Поэтому, да, советую тем, кто ищет на возраст приблизительно 25-45 лет парфюм. Вот бюджетный очень вариант за 300 с чем-то рублей. Сейчас цену, конечно, задрали. Не знаю, может, за такую цену уже нельзя. Но за 300 с чем-то рублей вот этот парфюм можно приобрести. С учетом того, что здесь 75 миллилитров. Ого-го! И в этом же наборе вот такой у нас гель для душа. Давайте потестим. Ну, он пахнет как водичка, да. Прикольный аромат. Мужественный такой, классный. Немножко у меня тут вылилось. Классный. Все супер. Так, ну и, по-моему, я вам показала, девчонки, все. И отложила уже до конца новость, да. Не стала говорить вам в начале. Это был мой последний заказ в компании Avon. Я больше не хочу там ничего заказывать на самом деле. Есть, наверное, 5 любимчиков у меня только в этой компании. И больше не хочу. Почему у меня девчонки еще так много добрали? Потому что я им объявила, что это действительно последний заказ. Я больше не хочу. Меня ужасно бесит доставка неделю. Меня ужасно бесит все эти недовложения, пересортицы. Брак. Да, когда приходит что-то разлитое, помятое и так далее. Я хочу получать заказ и кайфовать вот просто. Ну, компания Avon как чувствовала. Девчонки, смотрите, первый раз в жизни у меня вот так вот коробка нормально переложена и перекладина на месте. Хотя все равно все валялось, ну ладно. Мне не нравится заказывать, потому что начали задирать цены. Цены стали такие, что можно купить профессиональную классную косметику за эти деньги. Мне не нравятся новые парфюмы. Они невероятно гадкие. После того, как компания... У нас, получается, поменяла директора, или ее кто-то выкупил, да, что у нас в этом году произошло, там, в начале года где-то, я не помню. Парфюмы стали ужасные, отвратительные, цены на них бешеные. Я не понимаю этого, просто не понимаю. Мне не нравится качество, мне не нравится крема, ни Nutrifect, ни Нью, они ужасные. Сейчас кто-то со мной не согласится, это вполне возможно, потому что я высказываю лишь всего лишь свое мнение. Я знаю девочек, мне уже писали, которые наоборот не понимают крема Faberlic, а понимают крема Inyou.
Ну, мне кажется, что это больше обладательницы сухой возрастной кожи, потому что крема и нее, они очень тяжелые, невероятно, они мне закупоривают дико поры. Потом лицо приходится очищать, не знаю сколько, чтобы привести в нормальный вид его. Поэтому вот так, девчонки. И заказы — одно расстройство, долго ждать. И я не хочу получать отрицательные эмоции от продукции, на которую я трачу свои деньги. Не хочу. У меня не бывает такого Фаберлик. Можете со мной поспорить. Мне кто-то написал под предыдущим видео. Конечно, говорит, она всегда Avon Hyatt, а Фаберлик она прям любит, и у нее все Фаберлик классный, потому что Фаберлик ей бесплатно коробками шлет. Девчонки, ну что за бред? Фаберлик не сотрудничает с блогерами. А вот Avon, я, кстати, видела, сотрудничает с блогерами. Видела в Инстаграм у двух блогеров точно, что им приходила рассылка Avon. Вот, будем честными, да, Фаберлик с блогерами не сотрудничает, или, по крайней мере, я этого точно не знаю. Я заказываю также все за свои деньги. И я уж сколько могла Эйвону давала последний шанс. И многие со мной девчонки согласились. Просто когда я выкладывала влог, сказала, что не буду больше делать обзор каталога Эйвон, потому что один негатив на самом деле. Но я вам, как обещала, обязательно в декабре сделаю разнос. Я обязательно сниму, как в прошлом году снимала самые отвратные продукты Avon, и, естественно, сниму видео о любимчиках в Avon. Я это сделаю, я вам уже давно обещала, просто я в компании не так давно, ну как не так давно, 1,5 года точно, то есть у меня была возможность много каких вещей попробовать. И у меня сложилось определенное впечатление. Раньше я вам это видео не снимала, потому что, ну, что я буду снимать, если я половину продукции точно не пробовала. А теперь я попробовала многое, все потихоньку пробовала, новинки, и у меня уже сложилось мнение о компании, о работе компании, и расстраиваться я больше не хочу, поэтому назовем, наверное, это видео с вами «Эйвон, прощай». Под рукой нашла, девчонки, кстати, еще то, что вам не показала, это очищение лепестки розы. По хорошей цене была вот этот тоник. Все девчонки его хвалят. Тоже очень захотелось попробовать. Я еще ни разу не брала. Думаю, вот так давно слышу оды этому тонику и ни разу не пробовала. Поэтому пусть будет, что рублей за 40 он со скидкой консультанта обошелся. Смешные деньги. Ну, так что вот так, мои красотки. Иван, прощай. Хоть мне и брошюру опять наприсылали, но я уже обзоров никаких делать не буду и показывать вам не буду. Но будет интересная акция. Я уже видела ее на сайте, да? Подарки, правда, так себе. И каталог пришел уже январский. Уже январский, уже он будет действовать месяц. Я видела обзор в интернете на первый каталог, я видела обзор на второй каталог. Консультанты, которые очень давно уже в компании, ну, просто говорили, ну, вот что... У трендсеттеров, да, я видела уже эти обзоры. Они говорили, что, ну, таких бездарных, бесполезных каталогов не было давно. Почему-то в Россию, наверное, новинки Avon не пропускает практически их больше в Европе, да, потому что компания не российская, в этом минус. Фаберлик — компания российская, поэтому все новинки в первую очередь у нас — это плюс. Это огромный плюс. То есть каждый каталог ты радуешься чему-то новому, огромному ассортименту новинок. Здесь этого нет. Вообще нет. Я пролистала с трендсеттерами. Я думаю, ну, может, я еще дам шанс Avon. Не, девчонки. Ни первый, ни второй каталог не зацепили. И трендсеттеры также об этом говорят, что просто бесполезно. Говорят, даже не знаю, смогу ли набрать там минимальные заказы и так далее, потому что совершенно неинтересные. Ничего в них особенного нет. Мало новинок, ужасные новинки ароматов и так далее. В общем, я душу вам свою излила. Если вам хочется, изливайте и вы свою. Можете меня обхаять, сказать, какой плохой Фаберлик и какой замечательный Эйвен. Но ведь мы все, девчонки, с вами разные, правильно? Если это нравится мне, может не нравиться вам и наоборот. Поэтому вот так. А я с Эйвен прощаюсь. Надеюсь, навсегда. Не хочу, совсем больше не хочу. Ну вот и все, мои хорошие. Я вас очень люблю и целую. Всем пока-пока.